7 человек на одно место. В Ивановской области завершился отбор участников предстоящего Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи этой осенью. Свое желание поехать в Олимпийскую столицу выразили почти 500 человек, а квота от всей области рассчитана лишь на 70 мест. Сначала состоялся заочный отбор на основании представленных кандидатами анкет, затем очное собеседование. Итоговый список теперь направлен в Москву, где его утвердят окончательно. Одновременно с этим в федеральный центр направлено письмо с просьбой об увеличении квоты для Ивановского региона. По нашему мнению, конкурс, который стал у нас порядка 7 человек на место, является очень большим. В соседних регионах это где-то 4 человека на место. Вот. И скажем честно, что когда отбирали ряд представителей, прямо приходилось резать по-живому и не хотелось как бы не включать. Но в любом случае мы постарались отобрать представителей всех вузов. Конечно, оценить личные качества, в первую очередь знание языков, участие в общественной жизни, опыт волонтерской работы и вообще работа в команде.